Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Научстудии. С вами я, Сергей Качан. Был произведен интересный светильник. Пока это опытный образец. Сделано довольно-таки качественно. Светильник на испытание нам дали наши друзья, товарищи, которые устанавливали этот светильник, но, к сожалению, он у них не заработал, и нам принесли его, скажем так, сделать в работающей степени. Поэтому мы вытряхнули все, что там было внутри, так как устройство было довольно-таки неплохое. И задавался такой режим, чтобы управлять световыми дорожками через Bluetooth с телефона. А, значит, заменили электронику Bluetooth. А, корпус достаточно качественный, изначально был изготовлен. Идея была очень хорошая, с вентиляционными отверстиями и кулером для охлаждения. То есть те, кто на самом деле разрабатывали этот светильник, достаточно качественный. Ну и давайте мы посмотрим этот светильник в работе, да, то есть пока у нас все конкретно механизмы электрические находятся вне этого корпуса. Ну и давайте включим его по ваттметру, что мы имеем. Значит, потребление этого устройства. Сейчас включим его на полную яркость. 225 ватт. А управляется он сейчас по Bluetooth. Ну и давайте посмотрим, как он работает. Управление сейчас через программное обеспечение непосредственно с телефона. Сейчас нажимаем дорожки непосредственно и меняется световые диапазоны этого светильника. Также у нас получается, что при низкой яркости присутствует моргание на камеру, так как есть работа в импульсном режиме. При полной яркости импульсного режима камера не видит. Возможно, он присутствует. Подключая только к осциллографу, это можно будет увидеть. Значит, вот оно программное обеспечение самого светильника. Сейчас фокус установлен на телефон, поэтому задний план будет немножко размыт. И если мы меняем непосредственно рычажки, то освещение точно так же меняется. Можно задавать ячейки разные, дорожки световые, и в процентном соотношении каждую линейку можно регулировать. Так, это можете видеть блоки питания для этих светодиодов. Поближе покажу светодиоды. Довольно-таки качественная пайка, качественно собранные. Поролончиком закрыт Bluetooth модуль, касался самого корпуса. Так как он собран, я и не разбираю его. Вид сверху этого светильника выглядит вот так. Довольно-таки качественная модель. Спасибо за внимание. Кому понравился видеообзор, ставьте палец вверх. И не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много-много интересного.